Конечно. Что хочешь, скрес ты, что хочешь делать? Эдик, Эдик, что делать, говори, Эдик! Кто-то без толку. Ну, отдохни сейчас, они доделают, последние 10 атак осталось. Это, Илья, это зачем ты сделал? Бесполезно, она пробежал, бросил. На ногах, Вова! Готовься, уже готовься! Ноль. Так не толкай его. Еще поставили по местам, Эдик, расставь. На ворота иди! Илья, 9 метров, ничего не было. Вот, видел, Никита, как встречать надо? Прям по центру. 4-0. Глеб, сюда. Правее уйди. Правее уди, Глеб. Глеб. Вот сюда. 9 метров, Эдик. 5-0. Вот отсюда набегай. Эдик, Глеб, набеги. Поставь его сюда. Потом резко в центр смещай. Вот и что мы делали. Помнишь? Дырку сделай между ними больше. А потом в центр. 6-1. 6 или 7, Василий? 6-1. Вот опять. Второй раз ты делаешь, без ничего не делай. Тебе подготовят под бросок. Захотел бросить, пошел бросать. Еще отскакивай, Леха. Вот. Вот, видел? То же самое делает, блин. Видели, Василий? С 10 метров бросает червяк. Сил нету и бросает. Глеб, я что сказал? Расставь там! Да это без угрозы, вы делаете все! Вот он еще один, видите?